Здравствуйте, вы на канале Мегасила, с вами Владимир. Сегодня у нас в обзоре такие добавки, как Amino X и компания Skyvation Extend. Что из них лучше, хотим поговорить. Значит, смотрите, Amino X — это у нас получается витамин D, запатентированная формула в 10 грамм БЦА, здесь лицин, валин, изолицин, аланин, таурин и цитрулин, получается. И плюс ароматизаторы. Скажем так, формула не раскрывается. Какая здесь формула, неизвестно. Значит, Amino X хорошо подходит людям, скажем так, до 30 лет. Оно хорошо бодрит. Это мы называем БЦА молодежи. То есть приняли перед тренировкой. Цитрулин и таурин подкинуло энергию. И хорошо пампится, и хорошо тренируется. Если смотреть БЦА Extend именно в своей нормальной формулы, то здесь формула раскрыта. Здесь у нас идет лицина 3,5 грамма. Это показатель того, что усваивается очень хорошо. Глютамина 2,5 грамма. Это в основном людям после 35, у которых плохо синтезируется глютамин. Он хорошо восстанавливает. Витамин изолицина 1750 и валина 1750. Здесь, значит, грамм цитрулина, но нет таурина как энергетика. То есть, если смотреть, как бы их сравнивать, БЦА Extend, это хороший восстановитель. После тренировки хорошо принимается. Цитрулин хорошо дает попампиться. Грамм, значит, хорошо именно восстанавливает после тренировки. БЦА Amino X, они больше для молодежи, чтобы больше дать энергии перед тренировкой. То есть, это больше перед тренировкой, это после. Extend, конечно, выпустили Go БЦА, то есть с энергетиком. Они просто добавили сюда, получается, кофеина 200 мг и тианина 200 мг для энергии на тренировке. Но вот это уже тоже, как Amino X, стали перетренировочными, скажем, комплексами, или которые пьются на тренировке для придания энергии. И с полным восстановлением. Поймите, что именно для восстановления мы восстанавливаемся либо ночью, получается, когда мы в полном спокойствии, у нас идет выработка гормона, где участвует как раз и глютамин. Либо после тренировки, когда у нас открывается углеводное окно, когда мы хотим восполнить энергию, тогда хорошо идет процесс восстановления. Но перед тренировкой процесс восстановления идет немножко медленнее, поэтому как бы это уже больше претренировочные комплексы. Люди хотят взбодриться перед тренировкой. Вот эти вот два комплекса как раз подойдут. Этот комплекс больше подойдет именно после тренировки для хорошего восстановления. Вы заметите, если вы будете принимать Amino X или Extend, вы поймете, что после Extend вы лучше восстанавливаетесь, у вас не болят мышцы, поэтому Extend и качественный, и лучше. У Extend очень хорошие ароматизаторы, очень большой выбор, они классные, приятно пить. У Amino X от компании Besson они более кислотные, такие, ну, скажем так, больше химии, скажем так. И из-за этого, как бы, в основном пьет молодежь. Это уже люди, экстенды принимают люди, которые после 35. Вот и вся разница между этими БЦА. Спасибо, вы были на канале Мегасила. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Если у вас есть вопросы, пишите нам под видео, мы вам ответим. До свидания.